Здорово, народ! Сегодня мы с вами играем соло из такой легендарной песни, как Iron Man. Это у нас Black Sabbath. И давайте посмотрим, что же там Том Айоми наворотил. Так, первая фраза. Разбирать будем медленно. Тут главное просто все это запомнить. Соло-то, в принципе, несложное, но вот именно вот это нагромождение, вот это импровизационное, которое здесь получилось, оно, конечно, требует небольшой практики. Так, погнали. Первая фраза. Так, давайте еще раз ее повторим. Мы с вами играем вот в этом боксе. Находимся в до диез. И все полностью абсолютно по вот этой пентатонике мы здесь с вами играем. Так, еще раз, погнали, первая фраза. Играть нужно довольно грязновато, кое-где цеплять иногда какие-то струны, чтобы было похоже на оригинал. Так, давайте еще раз. Здесь ничего сложного нет, просто вот нужно ритмически запомнить. Здесь, видите, у нас идет слайд, когда мы переходим вот в эту вот следующую часть, во вторую. И три раза мы играем вот этот вот девятый лад. Он несколько необычный. Так, пойдем дальше. У нас тут такая вертушечка небольшая идет. Так, давайте на ней пока остановимся, сыграем еще разок. Видите, да, после пул-оффа мы с вами идем на пятую струну, а потом сразу прыгаем на третью. И потом назад вот сюда. Так, давайте еще раз сыграем. Если мы с вами это все зациклим, получится конкретная вертушка, которую, в принципе, можно даже использовать где-то в импровизациях, если вы сами играете. В принципе, неплохое место. Так, идем дальше. Вот такая фраза. Так, здесь ничего сложного нет. Опять же, нужно все просто сыграть по табам. Так, бенд. Рок-н-ролльный ход вот этот стандартный. Так, и через него мы играем. Здесь у нас, видите, одним пальцем дальше. И вот сюда назад. Так, дальше идем. Здесь, видите, да, девятый лад. Мы играем его три раза. Дальше у нас идет бенд на полтона. И дальше вот сюда. Так, все вместе. И вместе с предыдущей фразой. Видите, да, хорошо хватать какие-нибудь еще струны здесь, чтобы получилось примерно вот так вот, да, то есть погрязнее надо играть. Так, идем дальше. Вот такое место, здесь, конечно, надо подразобраться. Так, начинаем с девятого лада. Идем вот сюда, да, то есть вот этот рок-н-ролльный ход. Дальше у нас уже идет 16-ми. И смотрите, когда мы доиграли вот сюда до 9-го лада 3-й струны, палец вот этот вот оставляем здесь же, чтобы перепрыгнуть на 2-ю струну сразу, тоже на 9-й лад. Видите, да, у нас интервал получается в итоге. И доигрываем. Вот здесь и потом. Давайте медленно сыграем все. Так, еще раз. Так,
Как видите, да, из двух частей. Давайте сыграем первую еще раз. И вторую. И все вместе. Самая сложность, то, что мы играем через вот этот указательный палец, постоянно, видите, вот эти девятые лады, они у нас как бы нажимаются, ну, вместе, да? Видите, вот сюда мы выходим. С третьей на вторую струну. Так, давайте еще раз сыграем полностью. Так, следующий лик. Так, вот такая фраза ритмически. Значит, мы играем восьмушками в начале. Потом идет у нас три бенда подряд. Раз, два, три. И после них вот такая концовка. Так, еще раз. Так, еще раз сыграем. Соло довольно простое, но нужно, видите, именно забивать в руки вот эти все фразы, чтобы они отскакивали, иначе его не сыграть. Так, дальше идем. Так, опять играем вот этот вот бенд. Так, давайте еще раз сыграем. Видите, да, мы всегда крутимся вот в этой, вот в этом боксе здесь, через вот этот вот рок-н-ролльный ход. Так, давайте еще раз сыграем всю фразу. Еще раз. Так, ее надо просто именно выучить и все. Так, и дальше последняя практически у нас вертелка здесь. Так, вначале играем так. И концовка. Видите, да, мы с вами с девятого на девятый лад переходим в конце. Давайте сыграем полностью все. Казалось бы, черт ногу здесь сломит, да? Но видите, да, когда разберешься, нормально уже. Так, еще раз. Так, еще раз. Вообще умели, конечно, эти гитаристы вот так вот три ноты закрутить так, чтобы в них можно было запутаться. Так, и практически последняя у нас уже фраза. Здесь ничего сложного нету, мы, видите, вот с этими форшлагами идем. Здесь вот побыстрее. И опять заново. И просто две ноты уже. Без форшлага. И последняя фраза у нас, она идет прям конкретно по блюзовому ладу. Два раза. Так, и давайте сыграем все соло медленно. Thank you.
что ж, на этом у нас все соло заканчивается с вами. Не забывайте поддерживать меня в Патреоне. До следующих видео!